Ну что, всем привет, это снова я. Сегодня у меня бутербродики, кофеёк, конечно, с молочком. Вы видите, сколько у меня молока. Надоила я корову. Вот так вот. Сейчас нальём в кофейка молока. Вкусно. Вот так вот. Вообще вкуснятина. Пишет мне там женщина. Сейчас сезон ягод. Ну да, сезон, я не спорю. Но у нас-то ягоды-то еще не выросли. Клубничка. Малина. Да, сезон. Вот ждем, когда сезон наступит. Так что я тут, короче, соус. Огуречек соленый и колбаска. Кстати, всем приятного аппетита. Как вкусно. Огуречек солененький. Голчонку привет. Голчонок. Что я хотела сказать? Ну и всем, кто там написал, что хотели посмотреть, как я делаю муравейник. В следующий раз покажу. Надо, короче, нормальную сгущенку купить. Варенку. Ну и печенье хочу сама сделать. Знаете, что мне понравилось? Там написали, а где какао? Но в муравейник какао-то вообще не ложат. Не кладут, не ложат, как там. Мышь какая-то красивая, да, вот она сидит. А почему ты мышку не кормишь колбасой? Потому что мышка на правильном питании, не то что я. Так вот, а вы что думали? Ой, уничтожитель бутербродов. Да, кстати, я хотела, короче, прикольнуться, которая мадама написала: «Скоро из ведра дра-дра». Из ведра поесть, да. Ну, что-то передумала, представляете? Ну, как-нибудь обязательно это сделаю. А у нас на улице дождь. Представляете, какая погода. Какой погода, не погода. Не хочу такой дождь. Вот и клубника и не растет, что дождя-то дождь идет. Солнца нет. Кто-то мне там хотел пачку салфеток подарить. Давайте. Можете еще конфеток подарить. Я не откажусь.
Посылайте посылку с конфетами. Кто желает, могу адрес дать. Такой все-таки вкусный. Лучше покажись. А колбасу ждет. Это мой слюнявчик будет. Пишите же, один слюнявчик. Смотрите. Вот видите, колбаха. Огурчик. Представляете, как это вкусно? Ой. Это обалденно. А еще у меня есть кабачок. О, у меня же, кстати, киви еще есть. Представляете, да? Киви, 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 киви. Блаженство. А все знаете способ быстрого высоления огурцов малосольных? Берете огурчики, пупки отрезаете, кладете в пакет. Петрушка, укроп, чеснок, соль, перец. Это все туда. Завязываете, стряхиваете, почаще стряхиваете. Ну, день, может, сколько раз, 10. Ну, а следующий день такие будут огурцы. Мама Мия. Представляете, да? Как тебе достану? Киви. Попробуем. Ну, кстати, уж недели две отлежали. Я думаю, нормально. Вообще киви едят с кожурой. О, какое мягкое. Я, короче, была в светофоре. Они там стоили 100 рублей килограмм. Я думаю, что не взять? За 100 рублей килограмм. Видите, тут даже какое мягкое. Вкусно. Кстати, оно помягчело, посластело.
вообще обалденно. Надо, надо, надо. У меня был Максим. Максим с Крыма. Говорит, я тебе, говорит, персиков отправлю. Короче, ни Максима, ни персиков нет. Понятно, да? Что, дождь кончился? Вот это там. Говорят, даже киви можно посадить. Вот тут же есть черные семена. Не знаю, у нас на Урале киви расти не будет. Где-нибудь в Крыму. Там, да. Кстати, Верочки из Крыма, привет. Ой. Все, было вкусно и аппетитно. А тут у меня супик. Супик, супик. Вот так вот. Ай, какая вкуснотень. Кофе люблю. Ну ладно, короче, на этом всем пока. Пишите свои добрые комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну и можете по ссылочку мне отправить с конфетками. Я не откажусь. Вот так вот. Ну и что хотела еще сказать. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходило вам новое оповещение. То вы же ждете, когда же Иринка выложит видео. Вот. Так что, вот так вот. Не забывайте про колокольчик. Моську вам покажу, хотите? Вот она. Моська, скажи всем привет! Какая красотень, да? Она у нас, кстати, фотомодель. Понимаете? Он там маленький еще сидит. Ну, до нее далеко добираться. Все, короче, на этом всем пока.